Девчонки, ну что, мы дождались. Катя Марченко уже готова нам представить базовую косметичку 9-го каталога. Да, Катюша, и по отзывам уже твоим, ты понимаешь, что этот каталог просто вау. Расскажи нам, пожалуйста, что мы должны в первую очередь для себя любимых успеть приобрести в свою базовую косметичку. Да, ну понятие базовой косметички, оно немножечко ёмкое, и что мне нравится в нашей линейке, это то, что ценовая политика на определенные группы товаров меняется каждый каталожный период. Поэтому, чтобы собрать базовую косметичку с минимальным ущербом для бюджета, важно понимать, какие особенности системы скидок действуют в тот или иной период. И одним из продуктов базовой косметички является фиксирующая пудра, которая закрепляет макияж. И я хотела бы сейчас рассказать немножечко о нашей новинке. Ну, скажем так, это не совсем новинка, но то, чем мы работаем в последнее время, это вот такая вот компактная рисовая пудра из линейки Colorbox, которая является тоже одним из зонтичных брендов нашей серии. Что это такое? Все помнят рисовую пудру рассыпчатую, прозрачную или с цветом. Этот продукт то же самое, только в более удобном формате. То есть это более экономный продукт. Здесь единственное, что на 2 грамма меньше, чем в рассыпчатом формате, но за счет того, что вы будете ее использовать экономно с помощью кисточки, она не будет рассыпаться, расход у нее намного меньше, чем у рассыпчатого формата. Что делает эта пудра? Она убирает жирный блеск, подходит для абсолютно всех типов кожи, не создает эффект маски. Можно использовать как с тональным средством, так и без. То есть это пудра, которая дает матовость лицу, сужает поры, при этом лицо смотрится абсолютно естественно. То есть ее можно использовать как с тональной основой, так и без. Это альтернатива всем компактным и цветным пудрам, которые не являются рисовыми. То есть прессованные минеральные пудры не являются фиксаторами. То есть это пудра, которая закрепляет макияж. И ее цена в этом каталоге вообще уникальная. До 100 гривен можно ее приобрести. Такой там до 100. Катюня, выучи цены вообще для начала. 70-80, открываем каталог и пошли. Мы не будем сейчас говорить о ценах, вы сами откроете каталог, но реально это, конечно, прекрасный аналог, и спасибо тебе, потому что я пользовалась всегда только рассыпчатой нашей пудрой Zevan, но какое-то время ее не было на складе, и я не знала реально, чем ее заменить. И могу вам сказать, что уже я попробовала, и я больше ничего не хочу. Во-первых, компактно, с собой в косметичку, кисточку какую-то коротенькую, там что-то себе в чехольчик положила. И вы знаете, эффект матовости, конечно, ни с чем не сравнимо. И еще раз, да, о цене, даже как-то говорить стыдно. Абсолютно незаметная на лице, не выбеливает. То есть на лице она абсолютно нейтральная, прозрачная, не дает никакого эффекта. Но ты говори сейчас о светлом бежевом тоне, да? То есть о первом. Там есть еще розоватый тон, да. Но универсальным является именно вот этот. То есть он для всех цветотипов, да, для любой тональной основы. Для любых возрастов. Угу. Спасибо, продано. Угу. Так, и дальше что мы будем, о чем сейчас мы говорить? Давайте в следующем ролике. Угу, хорошо.